Я сама тебе.
Chapter 10, Opulences of the Absolute, text number 4 and 5. Читаем Бхагавад-гиту, глава 10, Виталит Абсолюта, тексты 4 и 5. Буддхи-гьянам асамоха. Буддхи-гьянам асамоха. Дхамма-сатьям дамашама. Дхамма-сатьям дамашама. Сукам-дукам бабо-бабо. Сукам-дукам бабо-бабо. Баям-чапаям эвача. Баям-чапаям эвача. Ахимса самата тушти, тапо данам яшо яша, банти баба бутанам, банти баба бутанам, эва притак веда, мата эва притак веда. Буддхир гьянам асаммоха. Буддхир гьянам асаммоха. Кшама сатьям дама шама. Кшама сатьям дама шама. Ахимса самата туштис. Ахимса самата. Ой, сукам дукам баво баво. Сукам дукам баво баво. Бхаям ча бхаям эва чам. Бхаям ча бхаям эва чам. Ахимса самата туштис. Ахимса самата туштис. Тапо данам яшо яша. Тапо данам яшо яша. Баванти бхава бутанам. Баванти бхава бутанам. Матта эва притхак видха. Матта эва притхак видха. Буддхир гьянам асаммоха. Буддхир гьянам асаммоха. Кшама сатьям дама кшама. Кшама сатьям дама кшама. Суккам дуккам баво баво. Суккам дуккам баво баво. Бхаям ча бхаям эва ча. Бхаям ча бхаям эва ча. Ахимса самата тушти. Ахимса самата тушти. Тапо данам яшо яша. Тапо данам яшо яша. Баванти бхава бутанам. Баванти бхава бутанам. Мата эва притхак видха. Мата эва притхак видха. Буддхир гьянам асаммохам. Кшама сатьям дама шама. Сукам духам бхаво бхаво. Сукам духам бхаво бхаво. Бхаям ча бхаям эва ча. Бхаям ча бхаям эва ча. Ахимса самата туштис. Ахимса самата туштис. Тапо данам яшо яша. Тапо данам яшо яша. Баванти бхава бутанам. Бхакти бхава бутанам. Матта эва притхак видха. Матта эва притхак видха. Вайшнавис. Буддхир гьянам асаммоха. Кшама сатьям дама шама. Сукам дукам бхаво бхаво. Сукам дукам бхаво бхаво. Бхаям ча бхаям эва ча. Ахимса самата туштис. Тапо данам яшо яша. Баланти баба бутанам.
Матаева Придхах Видхах. Hare Krishna. Yeah, right. Begin from there. Yeah. And Rita Ahimsa. Продолжаем читать. Мы остановились на качестве шама. Точно так же не нужно позволять уму думать о чем угодно. Это качество называют шама. Не следует тратить время на размышления о том, как заработать деньги. Делая это, мы попросту расточаем энергию ума. Ум необходимо использовать для того, чтобы понять главную потребность человека. И делать это нужно, руководствуясь указаниями авторитетных наставников. Мыслительные способности необходимо развивать, общаясь с теми, кто хорошо знает Писание, со святыми людьми и с духовными учителями. Сукхом, источником счастья для нас всегда должно быть то, что помогает нам обрести духовное знание и сознание Кришны. А все, что мешает углублению сознания Кришны, следует считать источником боли и страданий. Все то, что помогает развитию сознания Кришны, нужно принимать, а все то, что этому мешает, отвергать. Пхава. Рождение связано с материальным телом. Что касается души, то она, как было сказано в начале Бхагавад-гиты, никогда не рождается и не умирает. Рождение и смерть существуют лишь для тех, кто воплотился в материальном мире. Источником страха является беспокойство о будущем. Человек, обладающий сознанием Кришны, ничего не боится, ибо деятельность, которой он занимается, гарантирует ему возвращение в духовный мир, домой, к Богу. Его будущее светло. Все остальные, однако, не знают, что случится с ними, какой будет их следующая жизнь. Поэтому они не ведут покоя. Если мы хотим избавиться от тревог, то должны понять Кришну и всегда оставаться в сознании Кришны. Тогда от нас уйдут все страхи. Шримад Бхагаватам 11.2.37 говорится: «Хьям двитья пхиневи шатаха сьят». Причиной страха является сосредоточенность на иллюзорной энергии. Однако у тех, кто вышел из-под ее влияния, кто перестал отождествлять себя с материальным телом, осознал себя душой, духовной частицей Верховной Личности Бога и потому занимается трансцендентным служением Господу, нет причин для страха. Впереди у них светлое будущее. Таким образом, страх – это состояние людей, лишенных сознания Кришны. Бесстрашие, абхаям, приходит только к тому, кто обладает сознанием Кришны. Ванехам Шри Гуру, Шри Вирапада Камалам, Шри Гурун Вайшнабамшча, Шри Рупам Сахарачатам, Сахагана Рагнатам, Виритам Там Сачивам, Сахаритам Сабадутам, Париджана Сахитам, Кришна Шитанья Девам, Шри Радха Кришна Падам, Сахагана Лавита, Шри Шакандитамшча. Хре Кришна Каруна Синду, Дина Банду Джагатпате, Гопеша Облика Панда, Радха Канта Намостуте. Тапта Канчана Гауранги, Радхе Вриндаванешвари, Вришабану Суте Деви, Рона Мами Хари Прие, Ванча Калпата Рубьяща, Крипа Синду Варевача, Патита Нам Папанебьо, Вашнавебьо Намо Намо.
Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама Рама, Рама, Харе Харе Lord Krishna is describing to Arjuna the different qualities which he has created. Господь Кришна описывает Арджуне различные качества, которые он создал. So we heard about how he creates knowledge and intelligence and control of the senses. Мы уже слышали о том, как он создал разум, знание, свободу от сомнений и иллюзий. And now Sama, control of the mind. Could you repeat this? Now, Sama. Sama. Control of the mind. Control ума. Very difficult to control the mind. Очень сложно контролировать ум. Right? If we can conquer the mind, if we can elevate ourselves by the mind, and we can degrade ourselves. С помощью ума мы можем возвыситься и также деградировать. So very important that we should learn how to control the mind. Это очень важно научиться контролировать ум. And we learn every day by chanting Hare Krishna. И каждый день мы учимся, повторяя мантру Hare Krishna. That when we are chanting Hare Krishna, this is the best way to control the mind. И лучший способ контролировать ум это повторять мантру Hare Krishna. One of the devotees in the USA. This one devotee, his name is Rameshwara. He was a senior devotee in Prabhupada's time. He was in charge of the Los Angeles temple and he was always pushing and inspiring devotees to distribute Prabhupada's books. Во времена Шри Прабхупады был такой старший преданный Рамешвара. Он в Лос-Анджелесе был президентом храма. И он все время вдохновлял преданных распространять книги Прабхупады. So he said, we are training our gladiators. You know gladiator? Он говорил, что мы воспитываем гладиаторов. He compared the devotees who go out and do book distribution. He said to they're like gladiators. Он сравнивал преданных, которые выходят и распространяют книги, с гладиаторами. Gladiators, they would fight lions, you know. And they go into an arena and they fight a lion with some sword. Гладиаторы выходили на арену и сражались с львами, выходили на бой с львами с мечом. So he said, we're training our gladiators to conquer the mind in the arena of japa. Мы воспитываем наших гладиаторов, чтобы они победили ум на арене джапы. Right? Every morning when we are chanting Hare Krishna mantra, you can think like that, that we are in an arena fighting our mind. И каждое утро, повторяя джапу, вы можете вспоминать об этом, что мы на арене сражаемся со своим умом. Because the mind is always restless and stubborn, it doesn't want to hear the Mahamantra. Потому что ум очень упрямый и ленивый, он не хочет слушать Махамантру. What we should be doing is simply hearing, but the mind is dominating. The mind is saying, no, listen to me, listen to me. Что мы должны делать? Мы должны просто слушать звук, слушать мантру. Но ум всегда превалирует и говорит, нет, слушай меня, слушай меня. And instead of listening to the mantra, we listen to the mind. И вместо того, чтобы слушать мантру, мы слушаем ум. And this is not good for our japa. Для джапы это плохо. So every day we have to conquer the mind, we have to beat the mind, make it surrender. И каждый день мы должны побеждать ум, бить его, чтобы он сдался. So if we can control the mind, if we can conquer the mind, then we can make great progress in spiritual life. И если мы сможем победить наш ум, мы сможем сделать большой прогресс, получить большой прогресс в нашем духовном пути. It's the mind which feels pain and the mind which feels also joy. Ум чувствует боль и чувствует наслаждение. It happened that this one man
was injured, he was badly injured, he broke every bone in his body, he had a very bad motor accident, and every bone in his body was broken. В результате аварии один человек был очень серьезно травмирован, он прямо почти все кости. He was covered head to foot with bandages and plasters, you know, everything, legs broken, arms broken, so many injuries. Так много травм у него было, повреждений, руки, ноги переломаны, он весь был перемотан, перебинтован. But because he kept his mind under control, he was joyful and he quickly recovered. Вот так как он контролировал свой ум, он был радостный, он быстро выздоровел. Because he had his mind under control, he didn't let himself feel, oh, I'm so unlucky, oh, why this happened to me. He didn't feel any, he just thought, oh, doesn't matter, I'll get over this quickly, it's not a big problem. Так как он контролировал свой ум, он не позволял себе думать, что, боже, какой ужас, все так плохо. Он понял, что он настраивал себя так, что я скоро поправлюсь, я смогу пройти через это. Some people get depressed very easily. If you allow yourself to become depressed, then that will defeat you. Некоторые люди очень легко входят в депрессию. Если вы позволяете себе это, то ваш ум победит вас. The worst thing is to feel pity for yourself. That sense of feeling sorry for yourself. That's very bad. И самое ужасное – это чувствовать жалость по отношению к себе. Это очень плохо. We want to be very careful not to allow the mind to start thinking like that. Нужно быть очень внимательным, не позволять уму думать таким образом. So just understand that I'm simply in the hands of Krishna, and everything which happens is His grace. Надо просто понимать, что я в руках Кришны, я даю себя, вручаю себя Кришне, и все, что происходит. Это его милость. The devotee knows God is like someone with 10 arms. We only have 2. Преданные знают, что у Господа 10 рук, у нас всего 2. So if he wants to take something from us with his 10 arms, we can't stop. Если он захочет забрать что-то у нас своими 10 руками, мы не сможем противостоять этому. And if he wants to give us something with his 10 arms, he can give us so much. Если он захочет дать нам что-то этими руками, то он может дать нам очень много. And so the devotee accepts whatever is Krishna's arrangement. И преданный принимает все, что устраивает Кришна. And be happy about it. Go on in Krishna consciousness. Будьте счастливы по этому поводу. Продолжайте в сознании Кришны. So, control the mind. Don't let the mind defeat you. Контролируйте ум, не позволяйте ему победить вас. Another man was in. He was trapped. He got locked into a. It was a refrigerator. А другой человек каким-то образом оказался в морозильной камере. And he got locked inside of the refrigerator, and there was no way he was going to get out. Он оказался в морозильной камере, как заперт был, и не было другого способа, как выбраться. At least not until the next day when the man came and opened the refrigerator. Кроме как на следующий день могли просто прийти и открыть эту камеру. So the man was in the refrigerator because he didn't control his mind. He thought, "Oh, I'm going to freeze to death. How will I ever survive? I'm in this situation." И так как он не контролировал ум, он думал, Боже, я замерзну до смерти здесь. Я здесь не выживу. Как здесь выжить? And so the next morning, when they came, they found him dead. И когда на следующее утро открыли камеру, обнаружили его мертвым. But the amazing thing was, the refrigerator wasn't on. Но самое удивительное было то, что эта морозильная камера была отключена. There was no refrigerator. The refrigerating system wasn't working. The place wasn't cold. But he just was, because of his mind, he thought, oh, I'm going to freeze to death, I'm going to die. And so he did die. Так как система была отключена, там не было холодно, но так как он нашептывал, я умру, я здесь замерзну, он и умер. So the mind can let you live, the mind can let you die. Ум может позволить вам жить, а может заставить вас умереть.
So we always have to be very careful how we deal with the mind. И нам нужно быть очень осторожными всегда, как мы обращаемся с умом. And we know for devotional service certain qualities are important for us. И мы знаем, что для преданного служения определенные качества очень важны для нас. In the Nectar of Instruction, Rupa Goswami describes 6 qualities which are all very good for progressing in devotional service. В Нектаре наставления Рупа Госвами описывает 6 качеств, которые необходимы для прогресса в преданном служении. And Prabhupada mentions, he said that the first 3 are important in everything we do. И Шрила Прабхупада упоминает, что первые 3 важны во всем, что бы мы ни делали. You may be a devotee, you may not, but these 3 things are very important. Преданы вы или нет, но эти 3 вещи очень важны. Enthusiasm, patience and determination. Энтузиазм, терпение и решительность. These things is all based on our mind. To be enthusiastic, to be patient, to be determined, it requires mental control. Все эти 3 качества основываются на разуме. На разуме. Что бы вы ни делали, да, чтобы быть решительным, терпеливым и энтузиастичным. Быть энтузиастичным нужно контролировать эти чувства. So what is important is our attitude. That attitude is from the mind. Важно наше отношение. Это отношение мы берем из ума, из разума. So we want to always have a positive attitude. И нам нужно всегда быть положительно настроенными, иметь положительные отношения. Some people have very negative attitudes. Oh, they always complain, they're never satisfied, always unhappy. У некоторых людей негативное мышление, они никогда не удовлетворены. So if you have a negative attitude, it will work against you in your devotional service. Если вы мыслите негативно, это сработает против вас в преданном служении. But if we have a positive attitude, we can do wonderful things. Но имея положительное мышление, мы можем добиться удивительных вещей. We can do wonderful. It comes about by just that state of mind, to have that positive, to have that outlook, to be enthusiastic, to be patient, and to be determined. Это зависит от нашего разума. Мы должны иметь этот взгляд на то, чтобы быть энтузиастичными, решительными и терпеливыми. So this quality of control of the mind, this is given by Lord Krishna. Эти качества контроля ума, они даны нам Кришной. We have to work, we have to desire to control our mind. А мы должны работать, и у нас должно быть желание контролировать наш ум. And then Lord Krishna mentions next quality, happiness and distress. И далее Господь Кришна описывает следующие качества, счастье и несчастье. Both happiness and distress are also given by Lord Krishna. Счастье и горе также исходят из Господа Кришны. And Prabhupada explains happiness means whatever is accepting whatever is favorable for Krishna consciousness. И Прабхупада описывает счастье как принятие того, что благоприятно для нашего сознания Кришны. And the stress comes the things which are unfavorable for Krishna. А горе приходит из-за того, что неблагоприятно для сознания Кришны. Everyone wants to be happy. Каждый хочет быть счастливым. And we're all looking for happiness, but we're trying to find happiness in the wrong place. Мы все ищем счастье, но не там, где нужно. We are trying to find happiness through the senses, through our body. Мы стараемся найти счастье в удовлетворении своих чувств, найти счастье через свое тело. But the real happiness is within all of us. Но истинное счастье находится вне нас. The real happiness is in the soul. Но истинное счастье находится внутри нас, в душе. We have to look within to see to find real happiness. Мы должны посмотреть внутрь, углубиться внутрь, чтобы найти истинное счастье. So the nature of the soul is to be joyful. Итак, природа души наслаждаться. This is mentioned in the 18th chapter of the Bhagavad Gita.
Это упоминается в 11 главе Бхагавад-гиты. Lord Krishna is describing the Brahma, Buddha, Prasannatma. One who understands that they're the spirit soul, that they're Brahman, then he's a joyful person. Это описывается в Бхагавад-гите. Тот, кто осознал Брахман, является счастливым человеком. But when then the converse is also true. If we think we are the body, we'll be miserable. И в противоположность этому тоже является правдой. Если мы считаем, что мы тело, мы будем чувствовать несчастье. Because we think about the body, and we know the body is temporary, the body gets old, the body gets diseased, the body dies, so we feel miserable. И так как мы отождествляем себя с телом, мы знаем, что тело временно подвержено старости, болезни, смерти, поэтому мы испытываем страдания. We're thinking old age, disease, that they're coming to me, and then we'll feel very miserable thinking like that. И мы думаем, что болезнь, старость и смерть, они приближаются ко мне. Естественно, мы испытываем страдания по этому поводу. But if we understand that we're not the body, that we're a spiritual being living in the body, we will be joyful. Но если мы понимаем, что мы не это тело, мы духовное существо в этом теле, мы будем счастливы. And we show that joy when we go out on Krishna consciousness, when we go out to distribute books or to do Harinam Sankirtan, we show people we're joyful, we're happy. И мы делимся своим счастьем, показываем, что мы счастливы, когда мы выходим в сознание Кришны на Харинаму и на Санкиртану. We don't just say Hare Krishna, we say Happy Krishna. Мы не просто говорим Hare Krishna, мы говорим Happy Krishna, счастливый Krishna. Where else do we find people in Kamchatka singing and dancing? Could you repeat this, Maharaj? Where else in Kamchatka, did you find people singing and dancing? Даже здесь на Камчатке мы видим людей, которые поют и танцуют. There are no other people happy singing and dancing. Нет других счастливых людей, которые поют и танцуют. And giving free food, giving free sweets to people. И раздают бесплатные сладости людям. This is the special significance of spiritual life. Это особая значимость духовной жизни. Spiritual life is a joyful life. Духовная жизнь — это радостная жизнь. But material life is miserable. Но материальная жизнь полна страданий. Always anxiety, always problems, issues, wars, conflicts. Всегда проблемы, беспокойство, какие-то дела, войны. All over the planet. По всей планете. There's always so much tension and people live in fear. Такое напряжение, люди живут в страхе. So fear is also creation of Krishna. И страх — это также создание Кришны. Because people forget they're the soul, they think they're the body. Потому что люди забыли, что они души, они думают, что они тела. So they live in fear. Поэтому они живут в страхе. They live in fear of all the miseries of the material body, the old age, the disease, the death. Они живут в страхе, в ожидании того, что будут произойти те несчастья, которые произойдут с телом. Болезнь, старость и смерть. Но в материальном мире мы не можем избежать этих вещей. But we have to understand that while we cannot avoid them, these things are only happening to our material body. Но мы должны понять, что несмотря на то, что мы не можем это избежать, но эти вещи произойдут только с нашим материальным телом. For the soul, there's no birth and there's no death. Но душа не рождается и не умирает. The soul is transcendental. The soul is joyful. Душа трансцендентна, она полна радости. One of our devotees, actually, it was His Holiness Bhakti Charu Swami. He's a very senior devotee. So he's passed away now, but. Some years ago, he got some problem with his heart, and he had to go to hospital. Один из старших преданных, очень возвышенный преданный, Бхакти Чару Свами, сейчас он оставил этот мир,
Ну, у него возникли проблемы с сердцем, и ему пришлось лечь в больницу. So he had many disciples there, and in at the temple, they were all very worried. They were all, you know, upset. They were in so much anxiety, and some of the girls were crying. They were so worried about him. У него было много учеников, и в храме они очень все переживали. Некоторые матери плакали. But, you know, after a few days, he got released from the hospital and he came back to the temple. And he was surprised to see them all so sad. Через несколько дней его выписали из больницы, он вернулся в храм и был очень удивлен увидеть их всех печальными. And he chastised them. He told them, I said, why are you so sad? He said, why are you like this? You don't need to be like this. И он их отругал, сказал, что вы такие грустные, вы не должны грустить, не должны вот так себя вести. He said, if you get, just like if you have an old car and you get a new car, are you going to cry about the old car? Он спросил, если у вас старая машина, и вы получили новую машину, вы что, будете оплакивать старую машину? You get a new car, you're very happy, right? You're proud, I've got a new car. У вас новая машина, вы очень счастливы, гордитесь, у меня новая машина. You don't worry about the old car, well, that's finished. А старый, вы думаете, все это мусор уже, все с ним покончено. So bodies are like that, they're just like a car. И наше тело точно так же, прям как машина. And the body gets old, you give up the old body, you get a new one. Наше тело стареет. Вы оставляете его и получаете новое. And for the devotee, there's no problem. They didn't have to worry about anything. Для преданных нет, не существует проблем. Они ни о чем не беспокоятся. Because the devotee has dedicated himself to the service of Krishna, so when he gives up one body, he will go and serve Krishna in another body. И так как преданный посвящает себя в служении Кришне, когда он оставляет это тело, он получает новое тело и продолжает служить Кришне. Of course, sometimes people question that, oh, if the devotee dies in an inauspicious manner, it's not able to chant Hare Krishna at the time of leaving the body, it's not good. Иногда, конечно, спрашивают, а если преданный оставляет тело при неблагоприятных условиях, он не может воспевать Hare Krishna, это не очень хорошо. Because sometimes, you know, devotees, they left the body in an accident. Потому что иногда преданные оставляют тело в результате несчастного случая. Or they left the body unconscious. Или без сознания. So it's not very good for a devotee to leave. Devotee likes to be conscious. Это не очень хорошо для преданных. Они хотят быть в сознании. But the shastras say, even if the devotee is not able to remember Krishna at the end of life, Krishna does not forget him. Но шастры гласят, что даже если преданный не может вспомнить при Кришну в конце жизни, Кришна напомнит. А Кришна всегда помнит о преданных. Because he's dedicated his life to the service of Krishna. He spent so many years serving Krishna. And if he dies, even though he dies in unusual situation, he's not able to chant, not able to remember. But Krishna doesn't forget him. Так как преданный посвятил всю свою жизнь служению Кришне, если он умирает каким-то необычным способом и не может в этот момент помнить Кришну, то Кришна помнит о нем. Krishna says in the Bhagavad Gita, my devotee will never perish. Кришна говорит в Бхагавад Гите, мой преданный никогда не погибнет. And Krishna told Arjuna, Arjuna, you tell people, I want you to tell them, Arjuna. И Кришна сказал Арджуне, Арджуне, вот это ты скажи это людям. Я хочу, чтобы это ты сказал. Because he said, if I tell them, they won't believe me, because sometimes I tell lies. Потому что он объяснил тем, что если я это скажу, то они мне не поверят, потому что иногда я говорю неправду. And sometimes Krishna lies, just to, you know, plays tricks on people. Иногда Кришна говорит неправду. Подшучивает, а some acharyas say, because Krishna is from Vrindavan, and the Brijbasi people are known to be like this. Потому что Кришна из Вриндавана, а Бриджабаси, они иногда ведут себя так. You go shopping in Vrindavan. Ходите по магазинам в Вриндаване. You have to go to all the shops and find out what's the real price. Вам надо обойти все магазины и понять, на самом деле, какая настоящая цена. Very difficult.
non-aspersion in Vrindavan. Очень сложно найти честного человека в Вриндаване. But so Krishna tells Arjuna, you tell them, Arjuna, they'll believe you. И Кришна говорит Арджуне, Арджуна, ты им скажи, они тебе поверят. So Arjuna said, yes, Krishna's devotee will never perish. И Арджуна сказал, да, преданный Кришне никогда не погибнет. So there is no fear for a devotee. Поэтому преданные не испытывают страха. If there is such a thing as fear, the only fear of the devotee is that he may neglect the principles, the principles of spiritual life. Единственное, чего боятся преданные, это нарушить принципы духовной жизни. But if we have fixed ourselves in Krishna consciousness, then it's not difficult. Но если мы сосредотачиваемся на сознании Кришны, то это не трудно. And Srila Prabhupada said the same thing himself. He said, four principles is not very difficult. Srila Prabhupada сам говорил, да, что четыре принципа это не так сложно. He said that he followed them his whole life. Он следовал им всю свою жизнь. And we come to Krishna consciousness. And when we come to Krishna consciousness, we should also be faithful in following the principles. И мы приходим в сознание Кришны, и если мы пришли сюда, мы также должны следовать этим принципам. So we experience happiness by serving Krishna. Итак, мы испытываем счастье, служа Кришне. We get the greatest pleasure by doing something for Krishna. Мы испытываем величайшее удовольствие, делая что-то для Кришны. Just like when we go and distribute a book, you give a book to someone, you feel so ecstatic that, oh, they took a book. Например, когда мы выходим, распространяем книгу, кто-то берет у нас книгу, мы испытываем такой экстаз и думаем, о, у нас книгу взяли. And if you can make someone a devotee, if you can bring someone to Krishna consciousness, it's the most ecstatic thing. И если вам удается привести кого-то в сознание Кришны, то это самая экстатическая вещь. Oh, they became a devotee. Oh, you feel so joyful. Ой, они стали преданными. Вы испытываете такое счастье. We were doing sankirtan, and one of the girls was giving out sweets, and I saw the man take a sweet and eat it. And I thought, wow, wonderful! He's eating a sweet ball. I was so ecstatic. I was so pleased. И мы распространялись сладкие шарики, девушка она распространила, и один мужчина, парень съел, и он такие счастливые, о, он съел шарик, столько лет стало, да. You know, the man, there was a young man, and he looked a little drunk or something, I didn't know, I think a little rowdy, but somehow he took the sweet and immediately ate it. А тот парень, он был, похоже, нетрезвый, видно было, что он такой. Но он взял, получил этот шарик, он тут же его съел. So I think, wow, he's like a devotee, you know? You think, Maharaj? Of course, he was far away from being a devotee, but that just the fact that he took the prasadam and he ate it immediately is such a nice thing. Конечно, он был далек от того, чтобы быть преданным, но он подумал, что он как прям как преданный, взял сразу просад съел. So this is the joy of a devotee when we see people accept Krishna consciousness. Вот в этом и заключается радость для преданных, когда мы видим, что люди принимают сознание Кришны. We feel great pleasure when we see people do a little service for Krishna. Мы испытываем такое удовольствие, когда видим, что люди хоть чуть-чуть как-то служат Кришне. And we feel distress when we see things which are not done in Krishna consciousness. И мы испытываем большое страдание, когда случаются какие-то вещи, которые не в сознании Кришны. When we see people go against their religious principles and engage in sinful activities, then we feel very sorry. Когда люди действуют против принципов религии и совершают греховные поступки, мы испытываем большое сожаление. We also feel distress when we lose the association of a devotee. Также мы испытываем страдания, горе, когда мы теряем общение с преданными. In the Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya was asking questions to Ramananda Rai. В Чайтанья Чаритамрите описывается, как Господь Чайтанья спрашивал, задавал вопросы Рамананда Раю. Lord Chaitanya is a sannyasi, and he is the Supreme Lord.
But he was putting questions to Рамананда Рай. Господь Чайтанья саньяси, и он верховная личность Бога, но он задавал вопросы Рамананда Раю. Рамананда Рай is a very great devotee, very, very learned devotee. He knew a lot of all the shastras. Рамананда Рай был великим преданным, очень ученым. Он знал все шастры. And so Рамананда Рай said, you know, I should be asking questions to you because you're the Brahmana, you're the sannyasi, I'm just a common person. Рамананда Рай говорил, наоборот, это мне нужно задавать тебе вопросы, потому что ты саньяси, браман, а я обычный человек. But Lord Chaitanya said, no, anyone who knows the science of Krishna, then they can become spiritual master. Но Господь Чайтанья ответил, нет, каждый, кто постиг науку о Кришне, может стать духовным учителем. Киба випра киба наси судра кени най, е Кришна татвавет, се гурухай. If you know Krishna Tattva, the science of Krishna, then it doesn't matter if you are in family life or not, or whatever situation you are in. If you know the science of Krishna, then you can become a spiritual teacher. Этот стих, который процитировал Махарадж, гласит, если ты познал науку о Кришне, Кришна Таттва, то неважно, семейный ты человек или нет, ты можешь стать духовным учителем. So Lord Chaitanya asked Рамананда Рай, of all painful things, what is the most painful? What gives the greatest distress? И Господь Чайтанья спросил Рамананда Рая, что причиняет наивысшее страдание? And Рамананда Рая said, there's nothing more painful than to lose the association of a devotee. И Рамананда Рая ответил, что нет наивысшего страдания, чем потерять общение преданных. So we value very greatly the association of devotees. Поэтому мы очень сильно ценим общение с преданными. The association of devotees is the most valuable thing, the most important thing for our Krishna consciousness. И общение с преданными — это самая ценная, самая важная вещь для сознания Кришны. We have to have association with devotees. Нам нужно общение с преданными. So we're so glad to see here in Chamkatka that we have a nice center now and you can have regular programs. Мы очень рады видеть здесь, на Камчатке, центр, где регулярно проходят программы. And we're happy to see how the devotees are coming regularly and taking part in the activities. Очень счастливы видеть, что регулярно преданные приходят и принимают участие в жизни храма. And everything will go on gradually and gradually develop more and more. И постепенно все больше и больше развивается. So this is certainly very pleasing to Srila Prabhupada. Это определенно радует Шрилу Прабхупаду. We want to have temples in every street, in every home. Мы хотим, чтобы храмы наши были на каждой улице, в каждом доме. So there are so many streets here in Chamkatka and so many houses. You want to put a temple in every home. Здесь так много улиц и домов, и поэтому нам нужно привести храм в каждый дом. Not only in the homes, in every heart, because Krishna is in the heart of everyone. Не только в домах, но и в сердцах, потому что Кришна в сердце каждого. So we want to make a nice temple in everyone's heart. Поэтому мы хотим сделать хороший храм в сердце каждого. And how will we do it? We have to broadcast the message of Krishna. Как это сделать? Мы должны передавать послание Кришны. We have to make arrangements, make propaganda programs to let people hear about Krishna. Мы должны устраивать программы, так сказать, пропагандировать, позволять всем услышать имя Кришны. Everyone is a devotee, but they've forgotten Krishna. Каждый преданный, каждый является преданным, но они забыли о Кришне. And we have to remind them, we have to bring them back to Krishna consciousness. И мы должны напомнить им и вернуть их в сознание Кришны. So we say, wake up, sleeping soul. И мы говорим, проснись, спящая душа. We are all souls, every living entity is a soul, part and parcel of Krishna. Каждый является частичкой Бога, каждый является душой, каждое живое существо — это душа, неотъемлемая частичка Господа. But we've come into this material world and we've forgotten Krishna. We're trying to enjoy the Maya. Но мы попали в этот материальный мир, и мы забыли Кришну. Мы пытаемся наслаждаться Майей. And of course, there's only suffering, more and more suffering in the lap of Maya. И, конечно же, на коленях Майи мы испытываем только все больше и больше страданий.
Maya gives distress for the living entity. Майя причиняет страдания живому существу. You take shelter of Maya. Maya is personified by Mother Durga, and she carries a trident. Живое существо принимает прибежище у Майи, а Майя — это олицетворенная Дурга. You see, у нее есть трезубец. You see in that family, the family of Lord Shiva and Durga and her two sons, Ganesh and Kartikeya. Вы видели в семье Господа Шивы? Мама Дурга и два сына, Ганеш и Картикея. You see, they have tridents. У них есть трезубца. Kartikeya, he's more just a spear, one trident, one spear. Kartikeya есть копье. But Ganesh, Shiva, Durga, they have the trident. Но у Ганеша, Шивы, Дурги, у них три трезубца. Means three miseries. Это что означает три вида страданий. Miseries of the body. Страдания, причиняемые нам телом. And that includes the mind. Это как раз включает ум. Then miseries from other living entities. Страдания, причиняемые нам другими живыми существами. And then miseries inflicted by the material nature. И страдания, которые приходят от материальной природы. This is the nature of Maya. She's expert in putting these troubles into people. Maya является экспертом в том, как причинять беспокойство живым существам. We never get the perfect situation. У нас никогда не бывает идеальной ситуации. There was one devotee couple. They were in Vladivostok. So they were not happy there. They thought, we will go to Krishnagar. В Владивостоке жила одна пара, семейная пара преданных. И они там были несчастливы, они сказали, поедем-ка мы в Краснодар. No, but being in the black, beside the Black Sea, you know, better climate. So thinking, we'll be happy there, we'll enjoy there. Они думали, поедем на Черное море, там климат лучше, там мы будем счастливы. So they went there. И так они отправились туда. So I asked, are they happy now? Я спросила, они сейчас счастливы? No. Нет. They're not happy. Они несчастны. They want to go some other place. Хотят поехать в другое место. But you have to understand, you don't get happiness just by changing your physical location. Вы должны понять, что вы не станете счастливыми, просто поменяв свое местоположение, место жительства. Because wherever you go, your karma will go with you. Куда, your mind will go with you. Куда бы вы ни отправились, ваша карма и ум будут вас преследовать. You have the same problems wherever you go. Куда бы вы ни пошли, проблемы останутся те же. It doesn't change just because you go to some other place. Смена места жительства ничего не меняется. But out of ignorance, we think like that. We think, oh, I have a new life. I will enjoy. Но из-за нашего невежества мы так думаем, мы убеждены в этом, мы думаем, что мы будем наслаждаться. But whatever enjoyment we're meant to get, we will get that by the grace of Krishna. Но по милости Кришны все наслаждение, которое мы должны получить, мы и так получим. Wherever you are, you will get that. Где бы мы ни были, мы и так получим это. So we have to understand how the material nature works. Нам нужно понять, как действует материальная природа. This is material nature. This is Krishna's nature. We want to be happy here. We have to surrender to Krishna. Материальная природа — это природа Кришны. Если мы хотим быть здесь счастливы, мы должны предаться Кришне. Because we've surrendered to Krishna, taken shelter of Krishna, we don't need to fear the material nature. Потому что если мы предаемся Кришне, принимаем у него прибежище, нам не нужно бояться материальной природы. Just like someone's an honest person, they're not afraid of the policeman, they're not afraid to go to the police station, because they're honest, they haven't broken any laws. Например, честный человек, который ничего не нарушает, он не боится полицейских, он не боится отправиться в полицию, потому что он закон не нарушает, ничего не сделал. If someone's a criminal, or if someone's a drug addict, or some, you'll be afraid, he sees the police coming, oh, here's the police coming, they may arrest me. Но преступник какой-то, когда видит, приближается полицейский, он сразу испытывает страх, что его сейчас арестуют.
But the person who is honest, who hasn't done anything wrong, he has nothing to fear. Но для того, кто ничего не нарушил, кто является честным человеком, нечего бояться. And the same way, devotees don't have to fear the material nature. А таким же образом преданным не нужно бояться материальную природу. The non-devotees, they live in fear. Непреданные, они живут в страхе. They have all the anxiety from moment to moment. И каждое мгновение они испытывают страх, все беспокойства. They're always worried. Oh, what's happening? What's happening to my money? Is my money becoming more or is it less? Они всегда переживают, что произойдет, что будет с моими деньгами, будет их больше или меньше? Oh, the prices are all increasing. О, цены растут. Petrol is increasing in price. Топливо дорожает. How will I live in this world? Как я буду жить в этом мире? They have so much anxiety. Столько беспокойств. But devotees thinking, I will just chant Hare Krishna. Но преданные думают, я просто буду повторять Hare Krishna. I'm just going to chant Hare Krishna, take part in the kirtan, I will be happy. Просто буду повторять Hare Krishna, принимать участие в киртане и буду счастлив. We eat some simple prasada and we're happy. Мы едим прасад и мы счастливы. Mahatma Gandhi was famous in India. Mahatma Gandhi, he had a program to help people. Mahatma Gandhi был очень известен в Индии. У него была программа по помощи людям. He simply gave three things. Он просто давал три вещи. One was roti. А первое это роти. You know roti? Знаешь, что такое роти? Chapati, you know? Chapati, chapati. Like хлеб такой. So he would give chapati, roti. And then kapri means the cloth. Потом он давал одежду. They were making their own cloth in Gandhi's place. They would get cotton and they made the cloth. It's a very nice cloth called khadi. Khadi. Они изготавливали у Ганди, получается, была какая-то фабрика. Домотканая, собственно, khadi. Ткацкое место, и они там ткань производили. Made from cotton and the khadi cloth. It's made by hand, made in the hand looms, and it's very nice to wear. Even in the very hot summer in India, very hot, but you wear the khadi, it's nice, it's comfortable, it's cool. Это очень удобно было. Одежда они ткали из хлопка, в жару и в холод можно было носить. And in the winter, it's also warm. Она в жару охлаждала, а зимой сохраняла тепло. So he would give roti, kapre, and makan. Makan means the house, the home to live in. А так он давал роти, одежду и макам. Макам это то есть место, где жить, дом. And so in this way, people were joining him. They were happy. И тогда люди присоединялись к нему и были счастливы. So Prabhupada's program, because Prabhupada was a follower of Gandhi. Прабхупада, он был последователем Ганди. When Prabhupada first met Bhaktisiddhanta Sarasvati, at that time Prabhupada was a Gandhi follower. И когда Шрила Прабхупада первый раз встретился с Бхактисиддханта Сарасвати, он на тот момент был последователем Ганди. And he was in his khadi. He was wearing the white cloth, khadi cloth. И он носил эту одежду, которая называется кади. So when Prabhupada began Krishna consciousness movement, he used some of these principles in Krishna consciousness. И когда Прабхупада начал движение сознания Кришны, некоторые из этих принципов он использовал. Young people come and join Krishna consciousness. No salary, but they get roti, kapri, makan. И молодые люди, когда присоединяются к сознанию Кришны, у них не было зарплаты, но у них было роти, кади и макан. So we came to Krishna. When I joined the Krishna consciousness movement, it was like that. We were all young people, and we were happy to sing and dance and chant and to take roti, kapri, and makan. И когда я присоединился к сознанию Кришны, было то же самое. Мы были счастливы, воспевали, и у нас были роти, вот одежда и место, где жить. We would eat prasadam. We only ate in the temple. We never took any food outside. Мы ели только в храме. Вне храма мы не ели. And we would wear dhoti also.
We wore the Krishna conscious dress, the dhoti. Мы также носили дхоти, одежду в сознании Кришны. People used to think we were wearing bed sheets. Люди думали, что мы носим простыни. They didn't know it was the dhoti. They thought that it's no clothes, that it's the sheet from the bed. Они не знали, что такое дхоти, они думали, что не одежда, что у нас нет одежды, а какая-то простыня с кровати. And the house, we lived together in the temple. Я дом, да, мы жили вместе в храме. And in this way, we began the Krishna consciousness movement. Таким образом мы начали сознание Кришны. So we're very happy to see so many nice devotees here in Kamchatka. We want to see you also go on, keep the Krishna consciousness movement alive and healthy here. И мы очень рады видеть так много преданных здесь на Камчатке. И хотим, чтобы вы продолжали это движение сознания Кришны живые и здоровые. In a few days we will begin the month of Kartik, the auspicious month of Kartik, when we worship Lord Damodar. Через несколько дней начинается благоприятный месяц Картика, когда мы поклоняемся Господу Дамодаре. It's a very auspicious time in the year. Очень благоприятное время в году. Many people go to Vrindavan for this month, and they will stay there in Vrindavan and worship Krishna the whole month. Некоторые отправляются во Вриндаван и остаются там на целый месяц, поклоняются Кришне во Вриндаване. But you can come to temple and worship Krishna here. Вы можете приезжать в храм и поклоняться Кришне здесь. Every day we should sing Damodar Astikam song. Каждый день мы должны петь Дамодараштаку. Right? I think you all know this song. Я думаю, вы все знаете ее. Right? You know Damodar song? Yes. Yeah? Well, if you don't know, you get the song book, you can learn it. Если не знаете, возьмите песню. Very beautiful song. Очень красивая песня. And you have to sing it, and then you have to read the meaning also. Вы должны петь, и также вы должны читать значение. When we sing the songs, we should know the meaning. Когда мы поем баджаны, мы должны знать значение. So tonight we sang Yashomati Nandan. That's just names of Krishna. Сегодня мы пели Яшомати Нандана. Это имена Кришны. Different pastimes of Krishna. Различные время игр Кришны. So in a few days, I think it's on February. When does Damodar month begin? 29th October. 29th. 29 октября начинается. So you have another week or more? Еще неделя или чуть больше. It's a Sunday. It's a Sunday? Yeah. Okay, so very, very auspicious day. You know, you must make a nice time for Damodar to worship. This is the favorite month of Radharani. Это очень благоприятный месяц, когда мы поклоняемся Господу Дамодаре. И это самый любимый месяц Радхарани. One of the names of Radharani is Kartik, and that's the name of this month of Damodar. It's called the month of Kartik. Одно из имен Радхарани Картик, и также называется этот месяц. And we worship Lord Damodar. We have. Do you have a Damodar deity? Do you have a doll or something? Picture. No, have a picture. And we offer lights every day. You have to offer the lights. И в этот месяц мы каждый день предлагаем фитильки. Then you sing the song and you offer the light. Мы поем песни и предлагаем фитильки, но в нашем случае изображением. Very auspicious. Очень благоприятно. And there you can also sing Gopi Gita if you like also. Если вы также можете петь Гопи Гиту, если хотите. But at least Damodar Astikam, the 8 verses of Lord Damodar's song, that should be sung. Но, по крайней мере, 8 стихов Дамодараштики нужно петь. And it's nice sometimes to go out and make programs in different places, try to get people to offer lights, get them to come and offer a candle to Lord Dhamma. И также очень хорошо было бы выходить иногда и позволять людям предлагать свечи Господу Дамодаре. I remember last year I was in Hong Kong at this time. And we would go out in the streets of Hong Kong, and we had the picture of Damodar, and we would bring little candles, and we get people to take a candle offer to Krishna. И в это время в прошлом году я был в Гонконге. Мы выходили на улицы Гонконга, и где маленькие свечки брали, изображение Дамодары, Господа Дамодары,
И позволяли людям, давали людям, чтобы они предлагали изображение свечки. And sometimes also people will invite. If you get invitations, you can go to people's homes and you can sing the Damodar prayer and show them how to offer a candle to Damodar. Может быть, вас туда пригласит, и вы сможете прийти кому-то в гости, взять с собой свечки, спеть песню и предложить эти свечки. And of course, in this month of Damodar, there's also festivals, important festivals like Govardhan Puja. И вот этот месяц Картика есть очень замечательный праздник Говардхана Пуджа. That's a big festival. You have to make a hill of Govardhan. Большой очень фестиваль, вам нужно сделать холм Говардхан. And then there's also the disappearance festival of Srila Prabhupada. И также в этом месяце день ухода Шрилы Прабхупады. The day in which Srila Prabhupada departed from the world. День, когда Шрила Прабхупада оставил этот мир. So that's also an important festival which you all want to observe. Это также очень важный день, который нужно отмечать. So that the month of Kartik is full of many auspicious days. Месяц Картик полон очень благоприятных дней. But of all the months of the year, it's the most auspicious month. Из всех месяцев года это самый благоприятный месяц. So you want to try to make a vow, make a pact. Every day you will sing the Damodar prayer and offer a candle. Вы можете дать обет каждый день петь молитву Дамодаре и предлагать фитилек. We usually make a separate altar in the temple, and even people cannot come at the time when we sing the song. They will come on their own, and they come maybe during the day, and they can light the candle. Обычно мы делаем алтарь отдельно для этого. И если кто-то не сможет прийти, когда мы поем Господу Дамодаре, то они могут в любое время в течение дня прийти и предложить фитильки. But you can also do it in your own home. Вы это можете также дома делать. You can have a picture of Damodar, get a picture, there are many pictures of Lord Damodar. Сделать изображение Господа Дамодара, очень много есть разных. With Mother Yashoda. С мамой Яшодой. Mother Yashoda chasing baby Krishna. Где она гонится за Кришной, ребеночком. Dama means the rope, and Udara means the belly. Дама означает веревка, а Удара – живот. So Damodara means one whose belly is bound by ropes. Дамодара означает тот, чей живот обвязан веревкой. So in the illustration, in the picture, you can see Mother Yashoda chasing Krishna, catching hold of Krishna, and she has a rope to tie up Krishna. На изображении вы можете видеть, как мама Яшода набежит за Кришной, и у нее в руках палка и веревка, чтобы связать его. So it's a very, very auspicious pastime. Это очень-очень благоприятное время. It shows how Lord Krishna is captured by the pure love of his devotee. Оно показывает то, что как Кришна был пойман чистой любовью своих преданных. Although Lord Krishna is unconquerable, he can conquer everyone, but he is conquered by the pure love of Mother Yashoda. Хотя Кришна непобедимый, никто не может победить его, но его покорила любовь мамы, чистая любовь мамы Яшоды. And Mother Yashoda can bind up Krishna with her love. И она смогла связать Кришну своей любовью. So you have so much to look forward to in the next month. И так вас много ждет чего в следующем месяце? From the 29th of October up to the 29th of November, practically. The month of Kartik. Практически с 29 октября по 29 ноября это месяц Картика. And very auspicious, very good time to make advancement in Krishna consciousness. Очень хорошее время для продвижения в сознании Кришны. So we encourage all of you, make a nice program, make nice arrangements, try to celebrate this month of Damodar. Мы хотим вдохновить вас, устроить хорошую программу, хорошо все организовать в этот праздник. И распространить сознание Кришны большим людям. Okay, are there any questions? Есть ли вопросы? Yes, Paramatma Prabhu. Сейчас мы поговорим. Я материалистичный преданный, и я хочу узнать, какие результаты дает соблюдение месяца Картика.
какие благи имеет живое существо, соблюдая мистификацию. И повторю вопрос. Аре Кришна Махарадж, я материалистичный преданный и хочу узнать, какие блага и результаты получает живое существо, поклоняясь, да? Соблюдая миссис Карти. Махарадж, I'm a materialistic devotee, so I want to know what results and benefits can get living being following this month of Kartika. What benefit do you get by following the month of Kartika? Yes. Well, it depends how you follow. Это зависит от того, как вы следуете этому. What are you going to do? Что вы собираетесь делать? Что вы собираетесь делать, правда? Это... Не понял ничего. Ваши результаты в общем картике зависят от того, что вы собираетесь делать. Как вы собираетесь следовать? Преданным хочу помогать, они дали обет, что будут поклоняться ежедневно. Да? То же самое, что сейчас делаете? Божества. Да, и продолжать делать то, что вы делаете, да? Ну, то есть сотрудничать с преданными. I'm going to cooperate with devotees to help them with deity worshiping. Well, maybe you will get love of God, right? Возможно, вы получите любовь к Господа. Любовь к Господу можно получить. Любовь к Господа. Love of God, not for God, а love of God. Да, the love of God. You increase your love of God. Вы увеличите свою любовь к Богу. If you love God, you develop more love for God. Вы разовьете больше любви к Господу. Мне озвучит то, что вы сейчас сказали. Парамата Прабху asked, but if there is no love of God. Well, then love will develop if you do what you're saying. If you're going to follow the month of Damodar properly. And every day you're going to worship Lord Damodar and sing the Damodar prayer every day, then certainly you're going to develop some attraction for Lord Krishna. Ну тогда вы разовьете любовь. Если, как вы говорите, будете поклоняться Господу Дамодаре вместе с Картикой, то вы сможете развить свою любовь к Кришне. Love means service. Любовь значит служение. Right? If you talk about love of Krishna, means you're doing service for Krishna. Если вы говорите о любви Кришне, это имеется в виду, что вы служите Кришне. So offering a candle is also service to Krishna. Предлагать фитилёк — это также служение Кришне. There's a story. There was this young princess. Истинная история о молодой принцессе. She was putting candles all over the. She was the daughter of a king, and every Kartik, every day, she would put candles all over the palace, everywhere. Она была дочерью царя, и каждую Картику, каждый день, она во всему замку зажигала свечи. So people saw her doing this, and one person came and asked her, said, "Why is it you do like this? You put so many candles everywhere." И люди видели это, и кто-то спросил ее, зачем ты это делаешь, зачем ты повсюду свечки ставишь? So she told them, she said, you know, in my previous life, I was a little mouse. Она сказала тогда, в моей прошлой жизни я была мышкой. And I was a little mouse, and it happened, I was living in a temple, and there was no food, there was nothing for me to eat. Я была маленькая мышка и жила в храме, и еды совсем не было, мне нечего было есть. But then it happened in the month of Kartik that people were coming, they were offering giveaways, they were lighting giveaways and burning the giveaway offering to Lord Damodar. Но в месяц Картика стали приходить люди, и они предлагали, зажигали ветерки ги и предлагали Господу. The princess said, "I was in the body of a little mouse, and I came there and I started to eat the ghee, which was there on the ghee wick." Я была маленькой мышкой, и я начала
забралась, в общем, начала есть это масло ги с фитилька. Because I was so hungry, there was nothing anywhere for me to eat, so I came to eat the ghee from the cotton. Это как я была очень голодная, мне нечего было есть, я с этой ваты стала объедать ги. But it happened while I was eating the ghee, somehow my whole body caught on fire. Это время, когда я пыталась съесть ги, я сгорелась. And my body was on fire. I was jumping and dancing. And I was in front of the deity of Lord Krishna. I gave up my mouse body at that time. В этот момент я оставила свое мышиное тело. I was on fire, I burned to death, but I burned in front of the deity of Krishna. Я сгорела, но я сгорела перед божествами Кришны. And it was the month of Kartik. Это был месяц Картика. And I so the little the girl, the princess, she said, as a result of that, this is why I took birth, and now I'm the daughter of a king. I've been born and daughter of a king in a kingdom. And so she said, I remember my previous life. So whenever the month of Kartik comes, I always want to remember with gratitude the blessings of Lord Krishna and light candles everywhere. Так как это случилось, в результате того, что случилось, я оставила мышиное тело, но родилась в теле принцессы, дочерью царя. И теперь каждый месяц Картика я зажигаю так много свечей благодарность Господу Кришне. And there's another incident happened. There was this one man. He never did any pious activities. He was not a religious man at all. Еще одна история про одного человека, который вообще ничего благостного не сделал, никакой благоприятной деятельности не совершал. But somehow he came to a holy place during the month of Kartik. Но каким-то образом он попал в святое место в месяц Картика. And he saw all the people doing the offering candles and offering prayers, and some were chanting mantras, and they were doing kirtan. He'd never seen any of this before. И он увидел, как другие люди предлагают свечи, возносят молитвы, воспевают святые имена. Такого прежде он никогда не видел. So he was watching, and it came to the last day of Kartik, and it was just in the evening, the end of Kartik. Everyone was breaking their vows. You know, you generally on the very last day of Kartik in the evening, there will be a nice feast for the devotees. The devotees will all gather and take nice prasada. И он просто смотрел, как преданные служат. И в последний день Картики, это был даже вечер, он пришел и обычно в этот последний день Картики преданные устраивают пир, собираются вместе и вкушают чудесный прасад. So it happened that this man would never took part in anything. He didn't do anything. But he just watched. He watched all the people do their thing. So it happened that evening, on the last day of Kartik, a big snake appeared and it bit him. И случилось так, что этот человек, который просто смотрел и ничего не делал, он просто смотрел, как другие люди делают. И вот в этот последний день Картики приползла большая змея и укусила его. So he was bitten by the big snake. He fell down. And people came, they tried to help him, but he died. И вот эта большая змея укусила, он упал, люди пытались помочь ему, но он умер. So he got taken to Yamaraj. И его привели к Ямараджу. And they brought him to Yamaraj, and Yamaraj said, "Who is this man?" Его привели к Ямараджу, и Ямарадж спросил, кто этот человек? They said, "He has never done anything, never done any pious activities, all sinful activities." И он сказал, Ямараджу ответили, он только грешил, никакой благостной деятельности он не совершал. So Lord Yamaraj said, take him to Kumbhipakaloka. И он не совершал никакой благочестивой деятельности. Ямарадж сказал, отправьте его в Кумбхипакалоку. You know Кумбхипакалока? Вы знаете?
Что это за место? You don't want to go there. Вы точно туда не хотите попасть? It's one of the hells. One of the hells of Yamaraj. Это один из адов Ямараджа. And they have a big pot of boiling oil. У них есть большой чан с горящим, кипящим маслом. And they take the sinful people there, they throw them in the boiling oil. И они бросают грешников в это кипящее масло. So they took this, the Yamaduras, they took that man, they took him to Kumbhipakaloka, and they threw him in the boiling oil. Ямадуты расхватили этого человека, притащили на эту планету и бросили в это кипящее масло. But immediately the oil became cool. Но тут же масло перестало кипеть и стало прохладным. And all the Yamaduras, they were shocked. They'd never seen anything like this before. И все Ямадуты были в шоке, они такого раньше не видели. Usually you should put people that boiling oil. Потому что когда люди помещают кипящее масло, But this, they put this man in the boiling oil. The oil all became cool. Но они когда толкнули этого человека в это кипящее масло, оно остыло. So they immediately said, "Call Yamaraj. Lord Yamaraj has to come." И сразу же сказали, ну срочно позовите Господа Ямараджа, он должен прийти. So Lord Yamaraj came there, and when Lord Yamaraj came there, Narada Muni also came. И когда Господь Ямарадж появился там, также туда прибыл Нарада Муни. And they told him what happened, and we put him in the boiling oil, but the oil all became cool. И они сказали ему, мы поместили его в кипящее масло, но масло стало холодным. And Narada Muni said yes. They said because he was in a holy place during the month of Kartik. Нарада Муни сказал тогда, ну конечно, он же провел в святом месте, в месяц Картика. But he never did anything. Но он ничего не сделал. But he saw people do all the worship. Ну да, но он смотрел, как люди поклоняются. So he got 1/6 of the benefit. И он получал 1/6 блага. Just by watching people worship Lord Damodar, he got 1/6 of the benefit which they were getting. Просто созерцая, как другие поклоняются Господу Дамодаре, он получил 1/6 блага. So all of his sins were destroyed. И все его грехи были уничтожены. So he said, "You cannot punish him now." А теперь вы не можете его наказать. Narada Muni explained, "This is the power of worshiping the Lord during the month of Kartik." Narada Muni ответил, "Вот какое могущество поклонения Господу Дамодаре в месяц Картика." Right? Paramatma wanted to know the benefit. What's the benefit? Парамату Прабху хотел знать, в чем благо. Какое благо получил? Вот какое благо. Destroys all sinful reactions. Уничтожает все греховные реакции. So they said, anyway, he's come here. We'll take him around and show him. Как бы то ни было, он раз уж он здесь, мы его сейчас покажем ему, проведем экскурсию по Кумбхипакалока. And then after he had a look around, then they took him to heaven. He went to be a servant of Kuvera in the heavenly planet. И после того, как они показали ему эту планету, он отправился на райские планеты и стал слугой Куверы. So this is the benefit of worshiping the Lord. Вот это благо поклонения Господу. Destroys sinful reactions. Уничтожение греховных реакций. Very powerful. Очень могущественно. Do you have any bad karma? У вас есть какая-то плохая карма? Do you have any sins? Есть грехи, которые с этим грехом совершают? Maybe just a little bit. Может, чуть-чуть. So we all have to worship Lord Damodar. Мы все должны поклоняться Господу Дамодаре. And we will get freed of all the reactions. И уничтожить все реакции. Okay. И ты еще вопрос прибегал. Зали, есть вопросы? Questions there? In the chat. Владимир, вопрос. Смотрите, Владимир, вы озвучите или мне зачитаете? Точно. Вопрос. Что может помочь человеку, который привык мыслить негативно? Как поменять мышление, что делать? The question is, what can help to a person who has negative attitude? How can we change this attitude? What should we do?
You should point out to him how it's so bad, how it's so damaging to keep the negative attitude. Мы должны показать ему, насколько это разрушительно и плохо иметь негативное мышление. That it's not doing any good for him or for anybody else. Что для него, ни для кого другого благо это ни ему, ни кому другому благо это не принесет. And you have to change that mental condition. You have to get over that habit. Нужно преодолеть эту привычку, поменять это мышление. You have to be positive. Нужно быть положительно настроенным. You have to be confident. Krishna's mercy. Мы должны быть уверены в милости Кришны. So you have to get some very, you have to become very determined to change that mental attitude. Вы должны быть очень решительно настроены поменять это мышление. It just becomes a habit to be negative and to find fault and to complain. Это просто привычка находить недостатки и жаловаться. And you have to get over that by becoming more sincere, more endeavoring, greater in your Krishna consciousness. Вы должны преодолеть это, будучи более искренним и when you are negative, you won't be eager to do anything, you won't want to do so. So you have to become positive, you have to become eager, enthusiastic and willing to do service. Если вы негативно настроены, вы не захотите совершать преданное служение, вы должны желать мыслить положительно и быть энтузиастичными. So it all depends on your attitude. Prabhupada writes Upadeshamrita in the preface. Everything depends on the attitude. И Прабхупада пишет в Упадешамрите, в предисловии, что все зависит от нашего отношения. If you have a negative attitude, you get nowhere. Если вы негативно настроены, вы ничего не получите. No good results. Никаких результатов хороших не получите. So very important to get over that habit of being negative and being always complaining, never satisfied. Очень важно преодолеть эту привычку всегда видеть недостатки и быть неудовлетворенным. Now sometimes we will be happy. When we're happy, we should think this Krishna's mercy. I don't deserve this. Krishna is encouraging me. Когда мы счастливы, мы думаем так, что я этого не заслужил, но это милость Кришны. Он меня так поощряет. And when we're in distress, we should think I should suffer much more, but Krishna is minimizing my distress. И когда мы испытываем страдания, мы должны думать, что я заслуживаю намного большего, но Кришна минимизирует мои страдания. I'm so bad, I'm so fallen, I deserve to suffer more, but Krishna has Krishna has reduced my suffering. Я такой падший и плохой, я заслужил больше страданий, но Кришна уменьшает их. We should think like that. Вот так мы должны думать. Это обозначает перестать жаловаться. Да? Does it mean that we should stop complaining and feel sorry and pity for ourselves? Does it mean that we should stop complaining and feel sorry and pity for ourselves? Yes, we should stop complaining. Да, мы должны перестать жаловаться. И жаловаться и служить другим, да, то есть перестать жаловаться и быть энтузиастичным в служении другим, то есть помощи другим. We больше думать о других. We should think about ourselves less and to think more about others and start serving others. Isn't it? Very good. Очень хорошо. Yes, that's the devotee. Таковы преданные. We feel compassion for others. Мы чувствуем сострадание по отношению к другим. We think how we can give service, how we can help others. Мы думаем, как мы можем послужить, как мы можем помочь другим людям. Don't be thinking about, oh, I'm so unlucky, oh, I'm so. Don't be feeling so sorry for ourselves. Не надо жалеть себя. Надо думать, что, Боже, какой я несчастный. But feel sorry for others. Пожалейте других. Try to do something to help. Сделать что-то, чтобы помочь им. So if you can get them to worship Lord Damodar, then that's a great help to them. Если вы поможете им поклоняться Господу Дамодаре, это будет большая помощь для них. Destroys their sins. Это разрушит их грехи.
А почему близкие, ну, друзья, ну, пандавы, почему пандавы страдали, когда Господь ушел? Почему пандавы страдали? Why did Pandavas feel distressed when Lord Krishna left this world? Well, that's, as I said, the greatest pain when you lose the association of the devotees of the Lord. Мы говорили о том, что это ужасное, мы испытываем страдания, когда мы теряем общение с преданными Господа. So when the Lord himself personally departs, and the Pandavas, of course, had been intimately associating with the Lord, they were the very dear associates of the Lord. Then when he departed, then certainly it was very painful for them. Когда сам Кришна ушел, конечно, пандавы, они были очень близкими спутниками Господа. И когда он ушел, они испытывали величайшие страдания, большую боль. And they'd also been warned. Narada Muni had warned them that Lord Krishna will depart from the world soon, and when he leaves the world, then you also have to retire. И Нарада Муни предупредил, что Господь Кришна уйдет из этого мира. И когда Он уйдет, вы должны также принять отреченный образ жизни. So they had to, when the Lord departed, then they knew they have to also go. И когда Господь ушел из этого мира, они также поняли, что им тоже нужно уйти. So, yeah, it's certainly a very serious situation. Это очень серьезное положение. They have to leave the world. They have to give up everything and go to the mountains and live in the go to the Himalayas. No, they have nothing. Leave everything and just go and wander in the mountains of the Himalayas. Очень серьезная ситуация. Нужно было оставить все и уйти в Гималаи, в лес, в горы, где у них нет ничего, продолжать там свое существование. But at the same time absorbed in thought of the Lord. И в то же время быть полностью погруженными в мысли Господа Кришны. So when you lose the association like that, very painful. И когда вы теряете такое общение, это очень болезненно. When Srila Prabhupada departed from the world, it was very painful. Когда Шрила Прабхупада оставил этот мир, это было очень больно. And when great devotees also departed, then it's also very painful. И когда великие преданные также оставляют этот мир, это тоже очень болезненно. We feel the loss of such great devotees. Мы чувствуем утрату, потерю такого великого преданного. That they're doing such wonderful service for Lord Krishna, and they're leaving the world. Они так замечательно служили Господу Кришне и оставляют мир. So we feel the pain of the separation. Мы чувствуем боль разлуки. That's the greatest pain. Это величайшее страдание. Дева Гуру Махарадж, thank you very much. Скажите, пожалуйста, в руках у Верховной Личности Бога всегда находятся предметы. И из истории про Махараджу Амбаришу и Мудреца Дурвасы мы подробно узнаем, что Сударшана чакра не просто оружие, а это взгляд Господа. Скажите, пожалуйста, что тогда означают палец, цветок и раковина? Спасибо. Maharaj, thank you very much. Reading the story about Maharaj Ambarishi, we know that по-русски. Мы знаем, что Господь держит в руках определенные предметы. И из истории Амбариши Махараджа и Дурваса Муни мы узнаем, что Сударшана чакра — это не просто оружие, это взгляд Господа. Тогда что, чем является палец, цветок и раковина? Maharaj, the question is, we know that Krishna is holding in his hands some things. And in the story about Maharaj Ambarishi and Durvasa Muni, we learn that Sudarshana chakra is not just a weapon, but also the sight of the Lord.
So what means maize, flower, and concha? What is the Sudarshan chakra? Yeah, so when we read the story about Maharajambarishi in Srimad Bhagavatam, it is not just a weapon. It's not just a weapon, but also the side of the Lord. The side of the Lord. And what about the flower, the concha, glance? Glance of the Lord is Sudarshan chakra, the glance of the Lord. So the flower, the conch shell, and the mace? Well, the conch shell and the flower, they are for the devotee. Но раковина и цветок, они предназначены для преданных. And the Sudarshan chakra and the club, that is for the demon. Глава и Sudarshan chakra для демонов. Right, Lord Vishnu, the four symbols, these are the four symbols of Lord Vishnu. Это четыре символа Господа Вишну. So, Lord Vishnu, Lord Krishna comes in his Lord Vishnu form to kill the demons. И Господь Кришна приходит в форме Господа Вишну, чтобы убить демонов. And he'll kill them with his club or with his Sudarshan chakra. И он выражает их этой булавой и Сударшной чакрой. And he will please the devotees by with the conch shell and with the lotus flower. But I don't know any other significance of these different parts. Но больше я не могу сказать по вот этим предметам. Еще тут вопрос. We still have some questions in the chat. Can we ask? Вопрос от Матаджи Вачшач. Когда мы жалеем себя и впадаем в депрессию из-за всяких материальных проблем, это происходит из-за ложного эго? То есть мы думаем, что заслуживаем лучшего? Или в чем причина? When we feel sorry about ourselves and feel depressed because of our material problems, does it happen because of the false ego? Does it mean that we think that we deserve better? So, or what is the reason? Yes, that's often a problem. We're thinking we should have a better situation. We don't feel satisfied with the arrangement of the Lord. Да, причина в том, что мы всегда думаем, что у нас должна быть лучшая ситуация, и мы не удовлетворены тем, что Господь устраивает для нас. It's simply a problem with the mind, that the mind is focusing on our own self, and we're feeling that we deserve better. Это просто проблема в уме. Ум концентрируется на себе, и мы думаем, что мы заслуживаем лучшего. We're thinking ourselves to be wonderful. We're thinking ourselves to be the important person in the universe. Мы считаем себя такими замечательными и очень важными личностями в этой вселенной. And when something is not exactly the way we like it, we can't understand why Krishna is doing this to us. Если все происходит не так, как мы хотим, не по нашему желанию, то мы думаем, почему Кришна позволяет происходить такому? Okay. Мы не можем этого понять, почему Кришна так поступает. Okay. The next question. Вопрос к Томопати Прабху. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо большое за лекцию и за вашу милость. Вопрос такой. Как можно улучшить свою джапу? Мое почтение, нижайшие поклоны, полю ваших лотосных стоп и так далее. Хари Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. Thank you very much for your lecture and your grace. The question is, how can we improve our japa? My obeisances and my humble obeisances at the dust of lotus at of your lotus feet, your unworthy servant, Umapati Prabhu. Umapati Das. Umapati Das. Well, we can improve our japa by doing more japa. Улучшить джапу мы можем, читая джапу больше.
You should never think you've done enough japa. Always try to do more. Мы никогда не должны довольствоваться тем, что мы прочли. Мы всегда должны читать, стараться читать больше. 16 rounds is the minimum round. 16 кругов это минимум. But try to do more rounds. Старайтесь читать больше кругов. And when you chant your japa, try to make sure you're avoiding the 10 offenses. И когда вы повторяете джапу, вы должны быть внимательны и убедиться в том, что вы не совершаете 10 оскорблений. So you should consider the japa to be the most important part of the day. Вы должны считать джапу самой важной частью в течение дня. So try to do your japa in the early morning. Старайтесь повторять джапу рано утром. Wake up early and chant your japa. Просыпайтесь рано утром и повторяйте джапу. If you get a good start to the day, your whole day will be auspicious. Если вы хорошо начнете день, ваш день будет благоприятным. But if you get up late and you don't chant japa and you think you'll do your japa in the evening, the whole day you'll have trouble. Но если вы не прочли ее утром и думаете, что в течение дня вы сможете прочитать, у вас будут одни проблемы. So you have to become very serious about chanting your japa. Нужно стать очень серьезным к чтению джапы. You have taken initiation into this chanting. You have to keep your promise. Вас посвятили, получили инициацию повторения. А вы должны держать обещание. At the time of initiation, you promise to chant 16 rounds every day. Во время инициации вы дали обет повторять 16 кругов каждый день. So you have to keep that promise. Вы должны выполнять это обещание. And you have to also we don't just want only quantity, but we want also quality in chanting. Но повторение нам не нужно только количество, нам важно также качество. So both are important, both quality and quantity. И количество, и качество, обе эти вещи важны. So more chanting will help you to improve your chanting. И больше повторения поможет вам улучшить вашу джапу. And you should be able to hear your chanting. Вы должны слушать, чтобы повторяете. Don't just hold your beats and chant in your mind. Не просто перебирать четки и повторять в уме. You cannot chant in your mind. В уме вы не сможете повторять. You have to. When we chant, our lips have to move and the tongue has to move. Когда мы повторяем, наши губы должны шевелиться, язык должен шевелиться. Because you have to hear the mantra. Потому что вы должны слышать мантру. So you have to hear and you have to chant. Вы должны слышать и повторять. You use the tongue to chant, the ears to hear. Вы используете язык, чтобы повторять, и уши, чтобы слышать. It's not a question of the mind. Это не вопрос ума. You don't need your mind. Ум вам здесь не нужен. You need your tongue and your ear. Нужны уши и язык. Then you can do nice chanting. Тогда вы сможете хорошо спевать. Вопрос от Степана Прабу. Как перестать искать счастье в материальном мире? The question is from Степан Прабу. How can we stop seeking for the happiness in this material world? Well, devotees also want happiness in the material world. Преданные также хотят быть счастливыми в материальном мире. There's nothing wrong with wanting happiness in the material world. Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть быть счастливым в материальном мире. Just make sure that your happiness is in Krishna consciousness. Просто будьте уверены, что ваше счастье в сознании Кришны. You can get happiness here in this world. By chanting Hare Krishna and serving Krishna. Вы можете быть счастливыми в этом материальном мире, служа Кришне, повторяя Hare Krishna. You don't need to go back to Godhead to get happiness. Вам не нужно именно вот чтобы быть счастливым. Вам не нужно сейчас скажу, чтобы стать счастливым, не обязательно вернуться к Богу. You can be happy here. Можно и здесь стать счастливым. But be a devotee, be Krishna conscious. Но будьте преданным, будьте в сознании Кришны. Можно перефразировать немножко. Ну, имеется в виду, Махарадж отвечает, быть счастливым в сознании Кришны. Речь идет
скорее всего, как перестать искать чувственных удовольствий в материальном мире? Где-то так. Вы вопрос перефразируетесь? Да, да. То есть, как перестать искать чувственное удовольствие в материале? А Прабхупада was asking, how can we stop seeking for sense gratification in the material world? Well, we're not against sense gratification. We need sense gratification. Я не против чувственных удовольствий. Мне нужны чувственные удовольствия. But it should be the higher sense gratification. Это должно быть самое высшее чувственное удовольствие. We don't want sense gratification like the hawks and dogs. Нам не нужны такие чувственные удовольствия, которые испытывают свиньи и ослы и собаки. You have a body. You have a material body. You have to eat. У вас есть материальное тело, и вам нужно есть. So eat Krishna prasada. Кушайте Кришна прасад. Right? You have to sleep. So sleep enough so that you can serve Krishna. Вам нужно спать, но так спите достаточное количество, чтобы служить Кришне. We're not against sense gratification, but we're against sinful sense gratification. Мы не против чувственных удовольствий, мы против греховных чувственных удовольствий. But there's nothing wrong to satisfy the senses. Нет ничего плохого в том, чтобы удовлетворять чувства. Devotees can have the higher sense gratification, the higher taste. Преданные могут испытать высшее чувственное удовольствие, высший вкус. If the Prabhupada gives example, just like when you cook, you have to put salt. If there's no salt, the taste is not good. Прабхупада приводит пример. Когда вы готовите, вы используете соль. Если вы не кладете соль, то вкус уже не тот, он не вкусный. And if you put too much salt, it's no good. А если слишком много соли положите, то это плохо. So sense gratification is like that. И вот так же с удовлетворением чувств. Too much sense gratification, no good. Слишком много чувственных удовольствий, плохо. No sense gratification, no good. Нет чувственных удовольствий, тоже плохо. You have to have the right balance in Krishna consciousness. Нужно иметь правильный баланс в сознании Кришны. You have to know what is prescribed. What do the Vedas say? Нужно знать, что предписано, что говорят Веды. Vedas don't say don't eat. Веды не говорят не ешь. Vedas say eat food offered to the Lord. Веды говорят кушайте то, что предложено Господу. People want sex. Okay, you want sex. Get married and have Krishna conscious children. Люди хотят секса, но тогда женитесь и занимайтесь этим для того, чтобы родить детей в сознании Кришны. That is prescribed. Это предписано. That is not sinful. Это не греховно. That is the higher taste. Это высший вкус. The devotees thank Guru Maharaj for such wonderful and deep answers. No more questions? Нет больше вопросов. Okay. Any questions here? No. Okay. So thank you very much. Hare Krishna.